Да, первый раунд Нэшу. Высокая оценка потенциала игрока. Долунин снова. И щиток Еременко. 40 секунд. 40 секунд продержаться Динамо. Долунин вдоль синей линии. Пошел в обыгрыш. Сохранил шайбу, ищет вариант поделиться. А поделиться пока хорошо ни с кем невозможно. Надо самому, уезжает за ворота. 25 секунд. На второй круг пойдет. Бросок в ближний угол. Подшиндялов. И Динамо сумело дожить до серии буллитов. Вести в счете, дожить до серии буллитов. В матче, в котором Йокерит по игре превосходил, но 55 минут, как видимо. Ну и по игре, и по броскам без вопросов.